Всем привет! Сегодня пришли вот такие вот две маленькие посылки. Я их не забирал сам, извещение не заполнял. Они у меня лежали в почтовом ящике. Так, рассмотрим, какую первую. Рассмотрим первую, вот это давайте. Так, здесь у нас адрес, написано кабель. Заказывал я розетку для айфона. Так, весит 20 грамм, оценено в $33. Так, это их значок китайский. Больше ничего не написано. Поставлена галочка на гифт, подарок. Трек-кода нет. Отправлено простым письмом. Так, сейчас вот у нас посылка. За столько лет я заказывал посылки, ни разу не получал в почтовом ящике. Так, у нас такой здесь розетка, айфоновская розетка. Так, вот так вот. У нас 1 ампер. Такая вот розетка в пленочке. Пока пленочку не буду снимать. По ссылке больше ничего нет. Закидываем обратно, убираем в сторону. Так, мы же забыли проверить. Давайте проверим, нашу зарядку, работает она или нет. Так, продолжаем. Проверяем нашу зарядку. Втыкаем. И заряжается. Все, розетка работает. Все хорошо. Так, переходим к другой посылке. Такая посылка. Здесь должен быть бампер или чехол, как. Тоже отправлен простым письмом. Так. China Post. Отправлено было 11 сентября. Весит 10 грамм. Оценено $8. Также China Post. Вскрываем. Также у нас есть пупырки здесь. Упаковка сразу чувствуется хорошенькая, надежная. Вот так. Даже не режется, вот китайцы упаковали. Так, смотрим. Вот такой вот бамперок. Тут матовый. Это на iPhone 4. Такой вот бампер. К сожалению, сейчас у меня нет iPhone 4. И я не смогу продемонстрировать вам на нем. Но очень приятно на ощупь. Хорошо смотрится. Ну, самый популярный чехол. Так, сегодня у нас пришла такая посылки две маленькие. Всем спасибо. Ставим лайки. Пока-пока.